Так много сказано о войне и так мало показана бытовая сторона солдатской жизни. Данный пробел и призвана восполнить выставка «Шел солдат». Главное здесь не сцены ожесточенных боев, а элементы самых что ни на есть фронтовых будней. Портсигары, письма родным, самовары, за которыми проводили короткие минуты отдыха. Ведь несмотря на то, что человек на войне находится в экстремальной ситуации, ему все равно надо есть и спать. Ему нужно написать письмо домой. Как раз именно более 500 экспонатов этой большой выставки рассказывают о вот этой вот большой длинной дороге солдатской. Это сон, это еда, это лечение в госпитале, это музыка на фронте, это книги на фронте, это стихи на фронте. В основу замысла выставки положен собирательный образ бойца из поэмы Твардовского «Василий Теркин». Потрепанная шинель, патефон и даже противогаз для лошади – все это бережно хранится за стеклом. А для того, чтобы посетители лучше представляли обстановку того времени, воспитанники патриотических клубов в военной форме разыгрывали сценки из фронтовых будней. Вот солдатам показывают фильм о войне, а вот они сами поют песни под гармошку. Форма, та, которая несет особый дух, особую память. Наша задача здесь, прежде всего, молодежи эту память оживить, дать возможность прочувствовать и увидеть. Ну, вот, в частности, мы работаем непосредственно по комендантскому патрулю. Наша задача – проверять документы. Так что, ваши документы. В числе почетных гостей на выставке француз Стефан Гримальди, директор Мемориального музея мира. Визит в Волгоград и участие в экспозиции – своего рода ответ французской страны на посещение нашей делегации в марте этого года города Кан, где и находится один из крупнейших объектов культуры, посвященных Второй мировой войне. Нужно говорить о страданиях, об одиночестве. Нужно говорить о человечестве, которое испытывает войну. Это превосходная идея, это превосходный способ сблизить людей. Потому что люди, которые, страны, которые пережили войну, моя страна и ваша, испытывают, которые испытали страдания войны, могут об этом говорить. По заверению Гримальди, в ближайшее время в наш регион будет привезена экспозиция, которая рассказывает о нормандской операции 44 года, в результате которой во Франции высадились войска союзников и был открыт Западный Европейский фронт. В свою очередь за рубеж отправится выставка, посвященная Сталинградской битве. Людмила Кухарева, Мария Иванченко, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».